Здарова, ребят, с вами Илья, и это наш игродень, и сегодня у нас в выпуске игрушка Los Angeles Crimes. Все дело в том, что игра наконец-то получила обновление, было, в общем-то, это вчера, однако ролик я не успел вовремя записать, и вот сегодня вам об этом сообщаю. Короче, ребят, также делаем еще такой небольшой челлендж для этого видоса, и если это видео соберет 2000 лукасов, то я сделаю стрим с новым обновлением по Los Angeles Crimes, где мы вместе с вами поиграем. Короче, давайте нашу тусовочку и поднажмем. А так, поехали. Ну что, ребят, обнова наконец-то добралась до нас, и это крупное обновление 1.4. Сегодня я коротко расскажу о том, что здесь добавили, и уже в следующем выпуске, думаю, более подробно все это будем смотреть. Ну и начнем с того, что здесь добавили крутой мобильный телефон, и выглядит это дело следующим образом. Сам телефон мы можем менять, можем изменить там картиночку фоновую, а также, конечно же, можем с него звонить. На самом деле, здесь мы можем вызвать механика, сможем открыть камеру, где сможем сфотографироваться, и все в таком духе. Также из нового теперь добавили крики при падении и ранении, а также регенерацию нашего здоровья. При вождении автомобиля есть еще вид от первого лица, а также доступна настройка отдаленности камеры машины, и это тоже можно посмотреть. Разрушение, кстати, тоже обновили, теперь стекло автомобиля разбивается, а также рэгдолл не анимирован после нашей смерти. Еще помимо этого сделали такие новые эмоции, и, кстати, ни разу, по-моему, не обновляли, так что тоже можете заценить. И, в общем-то, это все, что было из новенького. Ну и да, еще напоследок оставил самое, пожалуй, интересное и вкусное, и это такая поддержка контроллера PlayStation 4. В общем-то, теперь с геймпадом мы тоже можем поиграть, и в следующих выпусках я покажу, как это сделать, и мы отдельно все это дело протестируем. Вот такие, ребят, новости. Напишите, как вам такая обнова, обязательно обновитесь, в общем-то, в Google Play, ссылочку оставлю в описании, и делитесь своими впечатлениями в комментариях под этим видосом. Ну так, ребят, если лайки наберем, обязательно сделаем новое видео по этой игрушке, поэтому надеюсь на вашу поддержку. И уверен, что нашей тусовкой мы наберем такое количество. Ну а так, ребят, смотрите еще мой новый топ, который есть также по ссылочке из описания. И думаю, вам тоже понравится это дело, и там много всего интересного найдете. Ну, да ладно, все, заканчиваем на сегодня. До скорых встреч и пока.